Всем привет, мои подписчики. Как и обещал, вот наблюдаю за ежевикой ремонтантной, сорт черной магии. Сейчас ветерок поднялся. Ну вот, нет никакой погрешной, как у малины. Вот у ежевики красной, нам всегда нравится. Типа пробовал ее, такие же корни, такие же колючки, но вот ни одной погрешности нет. А у малины вот в этот год вот там повыдено, там воды повыдено, но вот никто не берет вот эту ремонтантную, вот три кисти. И вот, ребят, посчитайте, сколько на ней, и вот все и нравится на этой территории России, Московской области. И опылители не грызут, вон, Чебурашка какой-то грыз, там лепестки, ну, под завязку. И как кто и опылял, это вообще жуки-навозники. Это ничего плохого жуки-навозники не сделали, но у меня камера там не заснял. Это красота, ребят. И типа вот. Я говорю, вот, посмотрите, что наши ученые сделали. Вот. Это вот первый раз не сходит, но вот у меня есть зима осталась, вот новые побеги дает, корневая система обрезана, ну вот она как, поливать, удобрять, и все равно наши пчелки постараются, наши жуки постараются. Кто вам сказал, что пчелы все опыляют? Это у меня видео было заснято. Реально, жуки-навозники. Прошлое видео не буду... Ну, нет возможности у меня такое. Типа, мой канал один держу. То, что сливить видео не научился. Да и времени нет. И пожить охота. Да и мало подписчиков. Так, просто для себя. Вот, чтобы вы видели. Вот, в Подмосковье вот такое возрастает. Ну, красота же. Ну, ребят, ну, прошлый год плодоносило. И этот год плодоносит. Все ни по чем. Нет, там яблоки сейчас не пошли, сливы не пошли. Ну, вот. И я в Москве жил, ну, там я знаю, где это все ученые разрабатывали. Это для нашей области рождены эти кустарники. И вот, чтобы не пропасть, это много образцов имеет. Ну, красота, красотища. Для наших условий в Российской Федерации. Это лепота. Все, ставьте лайки, пишите на канал, в колокольчик сбейте. Сам садовод, очень это интересно. Ну, малина, чувствую, не будет урожай. Ну, в каких областях? Ну, это, ну вот, ни одной прорешины нет. Вот, как на малине. Ну, где такое видишь? И ремонтантную видел. У меня есть на канале, как ремонтантную выращивал. Спалится она где-то. Вот, как бы так. Ну, это, ну вот, три вам. Я насчитал там 15 по кусту. И они по-разному плодоносят. Все опыленные. Это в каждую тычинку должно забить, опылить. Это очень все сложно. Наука еще до этого не дошла. Даже по телевизору такого не показывают. Я сам видеоблогер, я сам удивляюсь. Ну, ставьте лайки, пишите. Так что ФДС в качестве снимаю. Постараюсь сделать вам урожай. Уже нормальный тапочек снимаю. Ну вот, ветер дует. Так что... Давайте, давайте.